На Ринмаре подписано трехстороннее соглашение о взаимодействии между Общественной палатой региона, Общероссийским движением «Чистые выборы» и Ассоциацией юристов Ненецкого округа. Этот документ предполагает организацию наблюдения на предстоящих выборах. После того, как представители общественных организаций округа пройдут обучение, они смогут стать полноправными наблюдателями на выборах президента России 18 марта. Общественная палата регионов наделили правом направлять общественных наблюдателей на избирательные участки во время проведения выборов президента. Соответствующие изменения в федеральный закон были приняты в декабре прошлого года. В Ненецком округе создана рабочая группа по обеспечению избирательных прав граждан. Мы направили запросы во все некоммерческие социально ориентированные организации и в общественные советы при администрациях муниципальных образований на селе. На сегодняшний день все эти организации уже предоставили нам свои кандидатуры. Следующим этапом необходимо обучить будущих общественных наблюдателей, чтобы они могли профессионально оценивать все избирательные процессы, а сами выборы стали еще более прозрачными. Планируется, что в Ненецком округе специальную подготовку пройдут порядка 90 человек, по два наблюдателя на каждый избирательный участок. И наша общая задача, то есть подготовить профессионально наблюдательные избирательные участки, которые смогут оценить состояние избирательного процесса, а также день голосования. Тем самым мы должны своей работой доказать и показать ту легитимность избирательного процесса, который у нас происходит. В день голосования общественные наблюдатели будут оперативно передавать информацию о ходе избирательного процесса на веренных им участках. Кроме того, каждый из них сможет получить необходимую юридическую поддержку, ведь к соглашению присоединилось региональное отделение Ассоциации юристы России. Региональное отделение Ненецкого автономного округа Ассоциации юристов России также будет участвовать в подготовке корпуса наблюдателей на выборы президента 2018 года и будет оказывать юридическую поддержку как в процессе обучения, так и в день голосования. Сегодня в Наринмаре состоялась рабочая группа, на которую утвердили список наблюдателей. Его направят в избирательную комиссию региона. Ольга Русул, Антон Водряков, телеканал «Север».